Накануне около 17 часов вечера в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рабочая и Интернациональная произошло ДТП с участием 4 машин. По данным госавтоинспекции Кызыла, водитель автомобиля марки «Тойота» проехал на красный свет светофора и совершил столкновение с другими автомашинами. Водитель автомашины марки «Тойота Верса», двигаясь в восточном направлении по улице Рабочая города Кызыла, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомашинами Honda Civic, Renault Logan и Toyota Ipsum, которые двигались в южном направлении по улице Интернациональная. Совершив наезд на светофорный объект, данная автомашина опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД УМВД России по городу Кызылу проводится проверка.